Что делать, если ты художник и у тебя закончилось вдохновение? Можно погладить кота блохастого, выпить компот прокисший, послать послание в космос, позвонить другу. Можно подразнить собаку злую, почесать голову. А можно взять просто листочки, вот всякие разные, вот любые листочки, и что-то почирикать, порисовать от души. Всякие там зюкозябры. А быть может, потом из этих зюкозябр создать какой-нибудь коллаж, и получится просто красивенько. Вот я вот тоже начирикала. Давай попробую что-нибудь смастерить. Галлюциногенные. Нарисую полушарики. Много. Надену перчатки. И возьму поролон. Возьму немножко белого цвета. И на палитру его того. А еще желтый, розовый, фиолетовый, ультрамарин и черный. Возьму белый и немножко желтого цвета. И так вот. Тык-тык-тык. Заполняю. Туда же добавляю розовый. А потом еще и фиолетовый. Ультрамарин. Черный. И на второй слой также. Теперь на вот этих вот стыковках цвета добавлю белый цвет. Работу положу горизонтально. И нанесу брызги. Каждый шарик внизу я закрашиваю белым цветом. Стараюсь так вот поровней. Удобно работать плоской кисточкой. Буду красить на два раза. Добавляю немножко голубого еще и черного. И еще можно подписывать реснички. Ну вот и получилось что-то вроде того.